Приветствую вас, друзья! На моем канале в последнее время выходит довольно много видео о различных проектах децентрализованного финансирования. И это, собственно, не мудрено, потому что индустрия DeFi в наши дни развивается очень стремительно. И почти каждый день появляются новые перспективные проекты, которые позволяют получать своим инвесторам весьма неплохую прибыль. Правда, большинство таких проектов являются довольно серыми и часто создаются молодыми разработчиками, которые стремятся как можно скорее привлечь пользователей и заработать. Ввиду чего токены таких проектов быстро обесцениваются. Но сегодня я хочу рассказать вам о довольно необычном DeFi, который, в отличие от многих других, разрабатывается опытной молодой командой криптовалютной биржи Katex Exchange. Собственно, данный проект так и будет называться – Katex DeFi. Пока что о данном проекте мало что известно, потому что команда лишь совсем недавно выпустила анонс данного проекта, но уже известно о нескольких крутых перспективах, которые позволят весьма неплохо заработать на запуске проекта Katex DeFi. Но для начала давайте в двух словах о самой бирже Katex Exchange, если вы вдруг не слышали о ней. Это централизованная биржа, которая была запущена в 2018 году, и в данный момент на ней торгуется несколько десятков криптовалют, а суммарный объем торгов составляет порядка 150 миллионов долларов. У биржи Katex Exchange имеется свой внутренний утилитарный токен KAT. Он имеет множество преимуществ, включая выплаты регулярных дивидендов держателям данного токена, а также возможность снижать торговую комиссию до 30%, а комиссию на вывод средств и вовсе доводить практически до нуля. И вот как раз, если вы являетесь держателями токенов KAT от биржи Katex Exchange, то вам крупно повезло. Ведь с помощью данных токенов вы сможете получать дополнительную прибыль, помимо регулярных депозитов на бирже Katex Exchange. Потому что согласно дорожной карте, 20 ноября должен запуститься сайт проекта Katex DeFi, а 30 ноября начнется так называемое мероприятие предварительного стейкинга. Его суть заключается в том, что все владельцы токенов KAT смогут отправлять их в стейкинг. И среди всех тех, кто так сделает, будут распределены токены нового DeFi проекта общей суммой на 600 тысяч долларов. Токены от Katex DeFi будут называться UKAT. И помимо дорожной карты проекта, команда опубликовала также еще и информацию о токеномике проекта. Согласно этой информации, всего токенов будет выпущено 50 миллионов штук. Довольно небольшое количество по сравнению с проектами, которые чеканят сразу по несколько миллиардов своих токенов. Из этого числа 2 миллиона UKAT будет распределено между активными держателями токенов KAT в ходе акции предварительного стейкинга. Еще 1 миллион токенов UKAT будет потрачено на разработку. 10 миллионов будет продано в ходе ITO, то есть предварительной распродажи токенов, которая состоится 15 декабря на платформе Bones Finance. Цена распродажи составляет 10 центов за 1 UKAT. Помимо этого, еще 2 миллиона токенов UKAT будут заблокированы в пуле ликвидности на децентрализованной бирже Uniswap, а 5 миллионов токенов будут предназначены для команды проектов с блокировкой на смарт-контракте в течение одного года. Что касается Uniswap, поскольку проект Katex DeFi работает на базе блокчейна Ethereum, а его токены выполнены по стандарту ERC-20, то данный токен, разумеется, будет торговаться на бирже Uniswap. Листинг на этой платформе намечен на 15 января следующего года. После чего команда Katex Exchange планирует добавить на Uniswap также и свой основной токен KAT, а также провести его обратный выкуп. И кстати, цена листинга на бирже Uniswap составляет уже 30 центов за 1 UKAT, что позволит весьма неплохо заработать на спекуляции данным токеном, купив его в ходе распродажи на Bones Finance по цене в 10 центов, а потом продать на Uniswap по 30 центов. Разумеется, оставив часть токенов, чтобы потом использовать их в фарминге, протокол которого должен запуститься уже 10 февраля. Но, конечно, более выгодной схемой будет получение токенов UKAT на халяву по программе предварительного стейкинга токенов KAT. Все, что вам нужно будет сделать, это купить сейчас токены KAT на бирже Katex Exchange и 30 ноября отправить в предварительный стейкинг,
чтобы получать халявный U-Cut, который уже 15 января можно будет продать на Uniswap по цене 30 центов за штуку. Вот такой вот получился анонс, надеюсь, вам пригодится вся эта информация и вы сумеете извлечь прибыль из записанных мною сегодня схем. Если что, ссылки с более подробной инфой я оставлю в описании под данным видео, так что переходите и ознакомьтесь. И на этом у меня, друзья, все, удачи вам в профитах, пока-пока.